стоит весь коллектив, который находится на сцене и за кулисами. Мы хотим вам сказать, что, к сожалению, поздравить с тем, что мы отработали наш 27-й театральный сезон. Тех, кто впервые я слышу о том, что мы уже 26-й. Отработали 26-й. И скоро начнем 27-й театральный. Спасибо, что вы приходили к нам, что вы с нами знакомились, приходили еще. Мы надеемся, что мы дарим вам свои положительные, позитивные эмоции. Наш 27-й театральный сезон откроется 23 августа. Пожалуйста, приходите. Спасибо вам, актеры! Елена Яковлевна, вы закрываете сейчас очередной сезон. Скажите, пожалуйста, каким он для вас был и какие планы на следующий, будущий сезон? Ну, 26-й сезон театральный, конечно, был сложный. Сложный во всех смыслах, и в стране, и в театре, естественно. Но, несмотря на это, он все-таки прошел нормально. И мы сыграли много спектаклей. Мы сыграли 389 спектаклей, это много. Мы были на разных фестивалях, мы сыграли премьеру, это был премьерный спектакль, очень достаточно интересный, хорошо принятый зрителями. Педро Кальдерон «Дама Премара». Мы провели фестиваль, свой фестиваль, международный 16-й фестиваль «Ведлунья», где участвовали очень интересные актеры, как украинские, так и зарубежные. И то есть сезон, в общем-то, был, можно сказать, хороший. Насыщенный. Насыщенный, полнометражный. Какие планы на следующий сезон театра? Планы всегда очень сложно говорить, это я говорю, потому что планы есть, проекты разрабатываются, самые разные контакты, но ближайшее, то, что мы практически начнем сначала с прихода нашего на работу, это мы обязательно восстановим, и мы уже работаем над этим, восстановим наш спектакль, который у нас давно не идет из-за определенных причин. Туда вводится актер один, Дима Лелько, и это «Портрет планеты», спектакль по пьесе Дюренмата. В Украине он нигде не идет и не шел, а он у нас шел достаточно лет 5, он не играется, к сожалению. И спектакль имеет очень интересный жанр. Мы написали это «Предупреждение неразумному человечеству». И, по-моему, сейчас это уже можно говорить, к сожалению, последнее предупреждение неразумному человечеству. Это «Дюранмат. Портрет планеты». Он очень оригинальный и очень актуальный, к сожалению, кстати говоря. Но «Дюранмат» это так написал, что, в общем-то, он был актуальным и тогда, когда мы его играли. А сейчас он, конечно, приобрел еще новые краски. И он оригинально решен, оригинальная сценография. И сделано этот спектакль, поставлен был болгарским режиссером Димой Димовым и сценография Олега Татаринова, которые были отмечены самыми различными премиями, призами, но мы его решили восстановить, потому что очень-очень нужен как зрителям, так и нам актерам. Так что это первое, что мы будем. Ну и дальнейшие планы мы будем уже сообщать в новом сезоне уже, да? По мере поступления этих. Хорошо, спасибо большое и до встречи в новом сезоне.